Мы уже привыкли к тому, что каждый год в рамках указа президента имеет свое название. Литература, культура, космонавтика или русского языка. Задумывались ли мы, для чего и почему это делается? А если задумывались, то что сделали для того, чтобы помочь решить эти серьезные темы? 2017 год объявлен годом экологии, о которой так много говорят. А вот ребята, которых мы встретили, снимая совсем другой сюжет, мало говорят, они просто делают. Как-то раз, гуляя по набережной нашей прекрасной реки, мы наткнулись на заброшенный ручей и уже сейчас проводим свой проект по очистке родников и очистке реки Осетр. От такого засорения воды происходит заболачивание территорий, и поэтому решили начать с уборки прибрежной небольшой территории, где можно очистить нашими силами, своими руками, с помощью пилы, своих рук, очистить вот этот небольшой кусочек реки от зарослей и тины. За дня в день, после работы и в свои студенческие каникулы, они наводят чистоту и порядок, ничего ни у кого не прося. Своими силами, в свое свободное время помогают природе выжить. Просто потому, что это малая родина и пока еще экологически чистый уголок Подмосковья. Их Зарайск, который они по-настоящему любят. Валерия Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.